Всем привет! Сегодня будем красить яйца на Пасху натуральными красителями, такими как куркума, каркаде и луковая шелуха. Процесс очень интересный и увлекательный. Яйца окрашиваются в нежные пастельные тона. Рисунок на каждом яйце получается неповторимый. Список всего, что нам понадобится, смотрите в описании под видео. Первым делом заливаем кипятком наши натуральные красители. Воды наливаем совсем немного, чтобы настои получились более концентрированными. Накрываем их и пока отставляем в сторону. А сами займемся яйцами. Сначала варим их. Складываем в кастрюлю, заливаем водой комнатной температуры. Добавляем соль и отправляем на небольшой огонь. С момента закипания варим 7-8 минут. Затем погружаем яйца на несколько минут в холодную воду. После чего достаем и даем высохнуть. Сухие, еще теплые яйца заворачиваем в бумажные салфетки. Края фиксируем резинкой. Салфетка должна плотно прилегать к яйцу. Когда все яйца будут подготовлены, берем обычные медицинские шприцы, наполняем их настоями каркаде, луковой шелухи и куркумы. А дальше переходим к процессу окрашивания. Берем шприц сначала с одним настоем и наносим им в произвольном порядке точки на салфетку. Затем добавляем в некоторых местах другой цвет. А потом и третий. Также можно комбинировать только два разных цвета, или же нанести всего один. Если у вас под рукой не найдется шприцов, наносить отвары на салфетки можно чайной ложечкой или ватной палочкой. Если салфетки не плотно прилегают к яйцам, можно дополнительно обжать их руками в перчатках.
После окрашивания даем яйцам постоять 5-10 минут. По истечении времени освобождаем яйца от салфеток. А затем для придания блеска натираем их подсолнечным маслом. Вот и все. Пасхальные яйца без химических красителей готовы. Светлой всем Пасхи и хорошего настроения! Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующие видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!